Ну что, мальчики и девочки, время удивительных историй на канале Нейроведьмы. Расклад сегодня будет достаточно сложным, поэтому, видите, я достала мурлык наших, вот, черно-синих, согласно рубашке, на кошек. Кстати, если интересно, хочу сказать, что такие меня уговорили снять авторский обзор на эту колоду с моими личными трактовками, которые вы не встретите в БК, соответственно, колоде, потому что у меня достаточно уже длительное время, да, практики с этой колодой. Есть, собственно, свои инсайты, и все я их озвучила в закрытом видео, которое доступно по ссылке для тех, кто оформил спонсорскую подписку на канал, на Нейроведьме Лайф. Есть такая функция, напоминаю. То есть вы можете присоединяться, соответственно, к нам, да, и активно проявляться, да, можете просто следить за нашей деятельностью в Телеграм. Давайте я просто вот кратко расскажу, как нас найти, потому что очень часто вы мне пишете в комментариях, и я просила вообще, да, чтобы вы меня, собственно, не дергали по техническим вопросам. Давайте еще раз озвучу. Функция спонсорства – это функция от YouTube. Она от меня вообще никак не зависит, да. Если вы оформляете подписку, вам становятся доступны закрытые посты сообщества, соответственно, да, там вы переходите в сообществе, да, то есть есть закрытый пост, там ссылка на телеграм-канал, далее находите администратора канала, да, и, соответственно, просите добавить в наш закрытый чат, потому что у нас там есть болталка, карта дня. Вот тут еще у ребят инициатива, они еще активно изучают руны, да, делают рунические расклады, то есть у нас вот такая достаточно мощная, интересная тусовка. Слушайте, я не могу сказать, в каких странах конкретно доступна эта функция, потому что, опять же, повторю, она вообще не от меня зависит, да, зависела от меня, и, собственно, весь мир, я вообще всем вам рада, да, вот. Ну, да, есть нас самом деле ряд стран, которые, может быть, не поддерживают пока эту функцию, вот, но я пока лично ничего не могу с этим сделать, ни нашаманить, ни наколдовать, к сожалению. Вот, а, собственно, если в вашем регионе эта функция доступна, пожалуйста, welcome. Там прекрасный обзор вообще на колоду, вот. И, соответственно, если вы уже являетесь спонсором, вы можете просмотреть, например, это видео, да, и, наверное, вам будет интереснее теперь просматривать расклады на кошках, вот, потому что вы будете понимать, как именно логически я как бы выстраиваю взаимосвязи, да, и что я там вижу, ну, и, собственно, причинно-следственные связи, как поток работает. То есть, знаете, вам такая небольшая тайная комната. Ну, не Гарри Поттер, а Нейроведьма приоткрывается. Вот такое небольшое объявление было. Расклад называется «Совет хранителей рода». Скажу сразу, что изначально я магический блок убираю. Почему? Потому что мне вот эта вся история будет очень сильно фонить. Вот. Да и, в принципе, многие мастера практики так делают, да, когда изначально, да, убирает магический блок. Но если уж что-то я там увижу, что мне нужно будет воспользоваться помощью, безусловно, я воспользуюсь. У меня достаточно хороший такой арсенал помогающих, да, инструментов, поэтому мы, в принципе, без ответа не останемся. Изначально я ориентируюсь на расклад, который не будет касаться отношений. Скажу сразу, да. Скажу еще, в чем лично мое сопротивление, потому что не так давно я снимала расклад, что вам нужно знать прямо сейчас, и он получился достаточно тяжелый для всех трех вариантов, да, и, соответственно, я периодически, когда у меня есть время, я лично общаюсь в комментариях. Это, опять же, знаете, я вам сейчас через болталку отвечаю на самые распространенные вопросы. Вот. Потому что вам кажется, что это администратор отвечает, какие-то левые люди. Нет, если у меня есть время, я с удовольствием с вами общаюсь. Ну почему нет? Как бы у меня нет звезды, и я как бы не планирую, да, ее водружать себе на лоб. Так что все хорошо. Вот. И я увидела, что одна из прекрасных женщин, да, как бы писала о том, что многие говорят, что у меня достаточно тяжелые расклады, и, соответственно, переходят к ребятам, тарологам, да, которые вот полегче все-таки. Я, знаете, вот как-то немножко задумалась, да, потому что я же прекрасно понимаю, что нужно чередовать формат каких-то мягких развлекательных раскладов и, соответственно, с раскладами, которые сложнее, да, и которые там позволят всковырнуть достаточно серьезные пласты и бессознательного, и, соответственно, там как-то еще поработать достаточно глубоко, да, там с теневыми аспектами. Вот, и по сути, вот у меня сейчас на самом деле есть момент сопротивления, скажу сразу, я, понятно, что я, конечно, выложусь наизнанку для вас, да, как вот вы привыкли, я отработаю достаточно
качественно, я это знаю все. Но, опять же, знаете, личное сопротивление, потому что мне не хочется, чтобы меня воспринимали, знаете, как бабу-ягу, да, такую вот злыдня такого сумасшедшего, который, как мне прям пишут в комментариях, что я получаю удовольствие от негатива. Да я вас умоляю, сами попробуйте вот получать удовольствие от негатива. Если бы я получала удовольствие от негатива, я бы выглядела просто такая, знаете, как такой вот поросенок с грустными глазками, да, который любит чужой грязи-то поваляться. Ему от этого хорошо, у него просто кожа лоснится, поэтому не надо так про меня думать. Мне каждый раз на самом деле достаточно сложно погружаться, но при этом я четко осознаю свою миссию, да, что я могу это делать, и если я могу вытащить ответы на вопросы для вас, я это сделаю. Три варианта. Первый зеленый, второй оранжевый, третий полосатый. Ну и спасибо тем, кто оказывает разовую спонсорскую поддержку канала, потому что благодаря вам мы развиваемся, у нас появляются новые форматы. Вот у нас есть возможность сделать для вас качественное видео, да, соответственно, увеличивать количество видео, все, собственно, благодаря вам, да, благодаря вашей обратной связи, понимаем, что мы двигаемся в правильном направлении, большое спасибо. Выбирайте, пожалуйста, свой камешек, ныряйте в закрепленный комментарий под этим видео, потому что там прописано время начала вашего видео, тайм-код. Все, все сказал. Ох, девчоночки, мальчишки, как изначально-то я сопротивляюсь. Давайте я совет хранителей рода построю по классической, наверное, схеме взаимодействия, когда я просматриваю человека, получается, снизу вверх. По количеству энергетических центров мне так удобно делать, поэтому изначально я выкладываю ситуацию, происходящую на темноте света. Знаете, тоже вот я как-то эту колоду приспособила. Вот. Она у меня сейчас заменяет колоду сновидений Чиро Марчетти. Я обычно на ней кармические связи просматриваю. Вот у меня теперь темнота света тоже отвечает на эти вопросы. Будем смотреть, что с вами происходит. Кстати, знаете, у меня не всегда есть возможность, да, сказать вам спасибо за теплые комментарии. Вот, в мой адрес, и как вы друг друга поддерживаете. Вот я сейчас пока тасую колоду, вот хочется мне всем спасибо сказать. Потому что у меня на самом деле очень большая благодарность вам. И уж не знаю, да, как вы это все воспринимаете, но у меня всегда искреннее желание помочь, искреннее желание докопаться, потому что если я хотя бы одному человеку помогу из вот этого количества людей, которые меня смотрят, ну, значит, я не просто так это делаю. Ладно, давайте смотреть, что тут происходит у нас. Смотрите, перевернутая карта, тройка мечей, карта неоправданных ожиданий, карта разбитого сердца, карта предательства, карта, знаете, такого внутреннего одиночества. Ну, я вот лично так вот трактую в колоде. Я как-то говорила о том еще, что вот темнота света, но опять же, вы можете там как-то проголосовать в комментариях, я обязательно там сделаю обзор на эту колоду, если вам интересно. Колода новая, еще мало колоды, сейчас она у тарологов и на ютубе в частности. Поэтому, если вам интересно, как я ее вижу, дайте мне знать. Вот. И вот смотрите, я здесь беру на себя смелость трактовать перевернутые позиции отрицательных карт как все-таки положительные. Ну, вот как-то, знаете, может, я где-то упрощаю этот момент, но, по крайней мере, так оно все работает. И вот я здесь могу сказать по перевернутой тройке мечей, что, возможно, ваша тяжелая полоса, она таки заканчивается. Давайте я посмотрю, с чем это было связано.
хочется мне работать на прямых позициях, на кошках. Посмотрю, с чем связана история ваша. Пожалуйста, не надо думать тут про мужчин, ладно? Иначе я опять буду сбиваться. Сейчас хохотать буду. Ну, смотрите, это на самом деле момент потери стабильности, когда чувство выбивает почву из-под ног. Ну, как еще по-другому, да? Это вот внутренний момент подвоха, вот, собственно, поэтому разбитое сердце. Вот у вас ощущение, что на самом деле тут как-то разбили сердце. Благо, что здесь у нас карта-то переворачивается, и вот просто нам тут сигнализируют, да, что происходило с вами. И я надеюсь, что все-таки будет выход для вас из этой ситуации. Безусловно, смотрите, вот еще и карта ключа. Хорошо, как еще это может быть связано, девочки, мальчики? Если вы выходите из отношений, развод, понимаете? Потому что здесь башня еще также может проигрываться, плюс еще и ключ. Поэтому я говорю, как некий момент дележки, возможно, имущества, ну, после того, как вы уже завершаете с человеком отношения, да? Может, у вас там совместные дети, например, или какой-то совместный бизнес. Но в чем здесь подвох? А подвох-то, понимаете, как раз в наличии подвоха. Потому что это какое-то, знаете, предательство, это такой неприятный осадок. Вот, когда замешаны какие-то вот материальные все-таки формы и форматы. Это недвижка, может быть. Более чем дом, например, да, это какая-то афера, вот, ну, подножка. Сейчас посмотрю еще. Внезапное достаточно происшествие, да, когда вы вынуждены мобилизироваться все-таки и искать выход. Прям действительно какой-то очень серьезный подвох. Мог мужчина уйти к другой женщине? Да запросто. А могла как-то подруга, да, там что-то кинуть, обмануть? Пожалуйста. То есть, знаете, здесь вот такой прям достаточно широкий вообще спектр событий, который выбивает почву из-под ног. Но смотрите, что вот все это объединяет. Это как-то связано с материей, это как-то связано со стабильностью. Давайте мы посмотрим с точки зрения высших сил, почему вам сейчас вот нужно ощутить вот эту потерю почвы под ногами. Хочу посмотреть на ночном солнце. Почему нам надо потерять эту почву под ногами? Что нам это дает? Да это, знаете, больше для того, чтобы выявить, кто в вашем окружении к вам, знаете, как-то, может, негативно относится. То есть это, знаете, время проявления истинного отношения к вам, понимаете, вашего там окружения, мужчины, там, подруги на работе, ну, женщины, семья, мужчины смотрят, собственно, все что угодно. Это могут быть еще и денежные потери, потому что пятерка пентаклей, да, это вот, понимаете, время выбирать новый путь. Ну, вот очень часто это может быть связано, опять же, там, с потерей там, денег. Вот, собственно, поэтому, да, тут почва уходит из-под ног, потому что нужно задумываться, да, как же мне выходить вот из этого положения. Тут что-то хотят сказать хранители рода? Да, безусловно. Здесь, смотрите, хранители рода хотят сказать, что, возможно, все, что сейчас с вами происходит на материалке, это для вас урок. Да? Урок, возможно, на гордыню, на тщеславие. Ну, тут вот перевернутое солнце. Это когда, знаете, учат радоваться мелочам. Вот формат такой достаточно часто бывает, когда вот у нас эта девятка пентаклей, просто вот по ощущениям рассказываю, да, ощущение какого-то внутреннего, может быть, изобилия, стабильности, а это нас перестает устраивать, да, и мы вот как-то начинаем роптать вот на ситуацию, возможно, вот, или думаем, что кому-то дано больше, чем нам. И вот, собственно, вот этот урок как раз приходит для того, чтобы показать нам, что, ну, хватит, собственно, тешить свое эго. Вот, пойми, что все, что сейчас происходит, оно, конечно, во благо, хотя, безусловно, для тебя это очень уязвленное самолюбие, потому что вот эта ситуация, она как раз про уязвленное самолюбие ваше, по-другому-то не сказать. Может быть, это когда партнер выбирает другого партнера, а не вас, да, это вот какой, знаете, вот обман какой-то происходит за вашей спиной, вот удар, да, такой поддых, возможно, да, тут прояснение информации для вас, но в каком-то негативном ключе.
Слушайте, вот только что стала говорить там про высшие силы, да, что это для вас безусловно урок, вот, и тут же показывает мне карту страшного суда или старший суд, вот, и это как раз говорит о том, что у нас завершается один этап и начинается следующий. Очень важные процессы сейчас для вас происходят. Чего касаются? Могут касаться детей, документов, учебы. Могут, кстати, в этот период вам предлагать нечто новое. То, с чем вы еще ранее не сталкивались, это, не знаю, новый проект, это переезд, может быть, да. Это возвращение из прошлого людей, с кем не закрыты гештальты. У кого-то будет проигрываться, когда после развода, а нужно понять вообще, да, с кем, например, останутся дети. Ну, вот что-то такое. Простите. Момент, потому что достаточно судьбоносный, да, и мы его никак отложить не можем. Какой здесь совет хранителей рода? Давайте, вот по этой ситуации, когда у нас почва уходит из-под ног, какой совет хранителей рода мы здесь можем дать? А тут действительно как-то вмешиваются высшие силы. Смотрите по карте Святой Воды. Тут 100% могу сказать, что это своего рода урок происходит. Если это как-то связано с деньгами, это нужно просто... Смотрите, есть такая прекрасная еврейская пословица. И вот, может быть, вам есть смысл ее произнести для себя, да? Спасибо Господи, что взял деньгами. Смотрите, спасибо Господи, что взял деньги. Ну, вот потому что, видимо, тут как-то что-то не прошли для себя, но говорят, что вам объяснят обязательно происходящее, так что чувствуйте, ловите знаки. Давайте я еще посмотрю на веканском оракуле, в какой вы сейчас вот энергии, согласно всей этой ситуации, что у вас сейчас там, упадок сил. Это вас учат, понимаете? Это вас учат, а к этому все шло, собственно, да? И не надо паниковать. То есть понятно, что каждый видит свою ситуацию по-своему, расклад общий, но не паникуйте, потому что это вполне закономерный процесс. Знаете, возможно, сейчас придет время тоже затянуть пояс. Потому что девятка чаш переворачивается, и вам говорят, что нужно как-то серьезнее относиться либо к себе, либо к окружающим, либо к деньгам. Давайте я посмотрю на безумной луне ваше дурачество. Потому что что-то я в аскезе-то вас не вижу. Для кого-то это будет время возвращения в семью. Либо, соответственно, смотрите, вас призывают как-то более серьезно относиться там, к своим близким. Может быть, им действительно поддержки, любви от вас не хватает. Вы как-то слишком ушли в переживания по материалке, да? Обратите внимание на своих близких, потому что им чуть не хватает от вас. Что там карта башни, что здесь карта башни. Башня же очень часто проигрывается прямо на уровне тела. Сейчас я посмотрю, что с вами тут происходит. Что с вами происходит? Ну, у вас разрушение союза. Вот любой тип союза, но все-таки здесь разрушение. Изменение, возможно, какое-то, да? То есть непонятно вообще, что за ситуация. Она вот абсолютно подвешенная, хотя нам повешенного не показывает. Ну, я могу сказать, что вот эта карта нам здесь заменяет повешенную. Тут действительно происходят какие-то очень важные семейные процессы, 100%. Потому что, смотрите, здесь нам показывают прям, вы знаете, как вот помин предков может быть, да, шестерка пентаклей. Это когда вот мы там что-то должное тут возвращаем. Тут понятно, что он тут поминает своих предков. Вот, ну вот момент, что вам нужно попросить их помощи. Возможно, что вы запутались, и вам действительно необходима помощь. Может быть, они сейчас уже откликнутся, мы сейчас спросим. Что делать в этой ситуации?
Восстанавливайте, пожалуйста, по возможности связь со своим родом, со своей родовой веткой. Это вот основное такое пожелание. Как-то вот вы знаете, отдалились все-таки от близких, от своих. Потому что у вас есть определенные зависимости и определенные обязанности. Смотрите, перед родом у вас есть определенные обязанности. С чем связаны? Говорит, выбирайте достойных. Смотрите. Выбирайте достойных. Что они хотят сказать по вашей текущей ситуации? Не совсем я здесь понимаю карту смерти. Возможно, это наличие, да, людей в вашем окружении, которые что тут у нас, что-то пытаются. Так, смотрите, что здесь может быть. Когда кто-то из родственников болеет, может быть, родители, бабушка с дедушкой, очень мне здесь вся эта ситуация напоминает какой-то имущественный спор про квартиру, про наследство. И здесь вот момент, что вас могут обвести вокруг пальца. Ну, это вот близкие люди, это говорю, что что-то... За вашу что, беспечность может быть или что? Да, тут вот какой-то, знаете, момент, что вы несерьезно относитесь, вы как-то полагаетесь, не знаю, на удачу, на что-то еще, ну, вот прям пытаетесь, знаете, вот надо вам что-то сделать, не знаю, документы, может быть, оформить, или там что-то у нотариуса узнать, потому что здесь прям какой-то вот очень важный момент, ну, оно и про работу может быть. Вы как будто относитесь к этому достаточно беспечно, а вам говорят, что смотри, говорит, произойдет вот такое что-то неожиданное, да, и ты очень многое можешь потерять. Такое, знаете, прям вам действительно предупреждение. Потому что ситуация может произойти достаточно неожиданно, да, то есть ты думаешь, что есть время, да, на решение этой ситуации, а она произойдет достаточно неожиданно. Поэтому здесь вот нужно очень быстро принимать решение. Иначе можно просто без всего остаться. У вас очень интересные карты, смотрите, страшный суд, девятка кубков переворачивается, да, опять же, карта смерти, сейчас посмотрю, как проигрывается. Тут, знаете, в одном из комментариев, в одном из раскладов, да, по-моему, второй вариант, я говорила о том, что я хочу там предупредить, что, возможно, ну, своевременный получается уход, да, там, в мир иной человек. И это сказала абсолютно доброжелательно, потому что я это увидела. Да, и тут вот женщина решила выгулять белое пальто и стала мне говорить, что я как-то некорректно общаюсь. Вот. Но у меня же вообще как бы не было задачи там как-то подколоть, поддеть, да, или что-то торжественно, печально сообщить. Ну, я вот, честно говоря, такие комментарии не понимаю. Понятно, что я уже не стала обращать внимания, но, опять же, мне не достает удовольствия работать с негативом, да, с болезнями, там, с тяжелым состоянием, но как бы я понимаю, что в этом есть вот часть моей миссии, я не кайфую от этого, не надо меня считать, что я тут вам, знаете, несу дурные вести, потому что мне это нравится. Но вы тоже, кстати, пожалуйста, по первому варианту обратите внимание на здоровье свое. По-женски, девочки, по-женски что-то. Сейчас.
Я не хотела этого касаться в раскладах, но на вас идут постоянно при этом какие-то магические атаки. Смотрите. При этом ощущение то ли от близких людей, то ли от вот, которые, знаете, прям втираются в доверие. Из-за мужчины или мужчина здесь это делает? Ну, смотрите, здесь ухудшение здоровья, может быть, по первому варианту, именно по той причине, по женской, кстати, да, там, вот, обратите внимание, что там с вами происходит. Вот, потому что вы здесь кому-то прям дорогу перешли. Активно очень. Может, сильная соперница для кого-то. Смотрите, карта смерти, получается, переворачивается шестерка жезлов. Это что, активное закрытие дорог у нас идет? Вот родовая защита пока помогает. Вот. Я не знаю, может быть, ваши там предки, еще что-то, она пока помогает, но ощущение, что вы прям, знаете, по лезвию бритвы ходите. То, что сейчас с вами происходит, вполне закономерно, это вот урок определенный. Если, например, вас сейчас как-то оставили в одиночестве с разбитым сердцем, как бы вы поймите, что вы что-то должны здесь понять, да, пока вы находитесь один на один с собой. Так, что должны понять? Да, ну вот он, видите, закрытые дороги. То есть сейчас, на самом деле, Вселенная сильно шансов не дает. Если вам кажется, что вы не можете, например, построить семью, отношения, с кем-то договориться и так далее, да, ищите недоброжелателей в близком окружении, потому что вот этот момент самобичевания, это не вы виноваты, понимаете? Это на самом деле влияние со стороны. Может, кто-то что-то сказал, может, еще что-то, да? То есть слишком уж вы царевна такая. Что здесь хотят хранители рода сказать? Знаете, вот вы рискуете потерять деньги, да? Но вроде как не потеряете, потому что вас тут как-то берегут, хранят, знаете, отведут от дурных глаз. Вы знаете, вам тут Вселенная говорит, что хочет дать вам намного больше, чем вы готовы взять. Но для этого, знаете, нужно как-то себя закалить, подготовить вообще вот к новой вершине, к новой стадии. Вот это вы про себя думаете, что вы тут ни рыба, ни мясо. Видите, карта иллюзий, карта пьянства. Правосудие, это всегда, знаете, достаточно сложные события в нашей жизни, когда нас через вот негатив, понимаете, выводит в совсем иное состояние, потому что вот то, что сейчас с вами происходит, это даст вам силу и статус. Вас выводит на совсем вот иной статус, понимаете, иной уровень, не знаю, мышления, бытия, денег. Ну, вам здесь лучше либо вычислить человека, понимаете, который, видимо, пытался вам тут закрыть как-то дороги. Ну, потому что от женщины идет очень много негатива от женщины. Как она это делает? Я уж, знаете, не ловила тут за руку. И, в принципе, я не могу сказать, что есть как-то могу увидеть ритуалистику, да. Но от женщины палки в колеса однозначно. Почему она считает, что то, что у вас в жизни есть, абсолютно незаслуженно?
внешности еще ваши завидуют достаточно сильно. Вот не зря же вы действительно можете замечать, что стали как-то, знаете, какие-то женские недомогания, возможно, да, там высыпания или еще что-то. Что обратите внимание, да, что это действительно может быть негатив. Это вас просто хотят ваши, знаете, предки предупредить. Да, достаточно. Может быть, это, понимаете, воск или свечи что-то скручивают. Но это кошки. Я уже, знаете, никак уж не обойдусь-то, да, без магической составляющей, раз они хотят об этом говорить, и они это видят. Вот, смотрите. Достаточно стремительно вас может болезнь захватить. Поэтому здесь хотят предупредить, что это как-то связано еще. Он говорит, это по-женски, это детородные органы. Не знаю, что там. Матка, мочеточник. Вот это вся история. Мочеполовая. Возможно, туда там что-то пытается прицепить, да, какое-то не ведь что, а для того, чтобы не было дальше вашего движения вперед. Ну вот, наверное, я на этой карте буду заканчивать, потому что нам, собственно, сказали, да, что... Смотрите, если мы будем связывать ситуацию воедино, и вы, если вы понимаете, что ситуация с недвижкой, с документами, допустим, с бизнесом, да, с какими-то крупными приобретениями, да, это ваше, просто остерегайтесь того, что тут действительно люди могут не желать вам совсем успеха. Если вы в отношениях находитесь, возможно, есть люди, которые могут разрушать ваши отношения. Слушайте, я говорю возможно, именно по той причине, что я стала достаточно аккуратно делать общие расклады. Вот. А опять же, потому что многие воспринимают это как руководство к действию. Да, я знаю про себя, что очень большой процент раскладов проигрывается ровно для вас, да, для большого количества. Но, пожалуйста, фильтруйте информацию. Если вы понимаете, что это для вас, слушайте. Если нет, расклад может не резонировать. Потому что я тоже, знаете, сую голову в петлю, когда я работаю на кошках в таком формате. Потому что обычно тарологи выложили там 5 карт, да, там на Ютубе и все. И пошли дальше, 5-минутный. Хотите, значит, больше, обращайтесь на личный. А мы с вами, конечно, вскрываем достаточно мощные пласты, поэтому я вас призываю, пожалуйста, будьте адекватными, да, давайте соблюдать технику безопасности, потому что это как ни крути, это магическая работа. Предупреждение услышали от хранителей? Тут они обеспокоены действительно, потому что атаки идут на вас. Поэтому, если у вас есть возможность все-таки там пройти диагностику, хотя бы, знаете, ради того, чтобы себя успокоить, сказать, ой, ладно, это вот Аня не про меня сказала, я только рада буду, знаете. Я только рада буду, ну, просто вот обратите внимание, что... Если это не магия, ну, это просто давление. Кстати, вот прям грязно говорят за вашей спиной. Чувствую, что скоро придется мне снова снимать расклад, что говорят за вашей спиной, потому что активировались люди. Что-то как-то подзаткнулись, может быть, на время карантина занимались своими делами, а сейчас опять активировались. Очень часто такое бывает, вот сидели мы, собственно, по домам, да, теперь снова выходим в коллектив, да, как бы, а люди все те же. Так что, единички, берегите себя, пожалуйста. Да, и обязательно, вот как-то, я не знаю, если вы находитесь в религиозном церковном эгрегоре, попросите помощи, прям не стесняйтесь просить помощи, потому что это ваши предки, и они в любом случае заинтересованы, да, в том, чтобы род не били все эти магические атаки и так далее, да, поэтому я думаю, что здесь вам помогут. Я не могу сказать, что они прям пришли, да, общаться с мной на контакт, это просто было вот ощущение, такое присутствие, потому что информация для вас раскрывалась. Вот. Не могу сказать, что болтливые, но вот всякие, да, у нас в любом случае есть энергии у хранителей.
Здесь те, которые помогают удерживать баланс и равновесие, да, это вот просто вас хотят. Ну, посмотрите, даже вот я сейчас убрала лишние карты. Вот обратите внимание, да, как у нас выстраивается вообще вся эта история. Перевернутая тройка мечей, да, соответственно, карта страшного суда сейчас. Ну, возможно, это еще говорит о том, что вашим обидчикам последует наказание, но уж не буду тут углубляться. Соответственно, девятка чаш у нас перевернутая, да, перевернутая смерть и перевернутая шестерка жезлов. Какой-то момент поражения. Вот. Но опять же, что у нас смерть-то перевернутая? Потому что она, кстати, может в вашем раскладе проигрываться прям буквально. У вас какие-то, знаете, гнетущие ожидания это все-таки. Я еще раз колоду. Хочу просто в прямой позиции работать. Ну ладно, давайте так уже сделать. В прямой. Гнетущие ожидания. Может быть, кстати, вас энергетически пробивает. Смотрите, карта Луны получается, да? Вот эти гнетущие ожидания. Если действительно вы там как бы что-то видите, что-то, ну, понимаете, да, что происходящее вот с вами, оно как-то неизбежно, также могу сказать, что, может быть, вас еще пробивают по фазам Луны, да, смотрите. Ну, это, если уж так пошло, то, возможно, это кладбищенская история, пробивает по фазам Луны. Но при этом есть защита, да, потому что девятка жезлов это все-таки карта сопротивления. Пока не получается, смотрите, пока не получается, но воздействие идет. Я даже вот без кошек могу сказать. Это какие-то планомерные атаки, смотрите, да, здесь восьмерка пентаклей, как карта мастерства, тут достаточно, может быть, сильный практик. Прям очень много, знаете, вспышками. Вспышками прям пробивается ваше благополучие, знаете, вот ощущение прям вот подножки постоянно. Так что первый вариант. Вот такое для вас предупреждение было, да? Тут совет хранителей рода, что пробивают вас активно очень, но при этом где-то, возможно, еще по справедливости, потому что перевернутое солнце, где-то эго у нас, где-то тщеславие. Может быть, вам, знаете, еще какой совет? Не болтайте. Не болтайте много о себе, потому что люди тоже разные, знаете, по-разному реагируют. Как такой момент, что как можно меньше рассказывать о себе, да, потому что счастье любит тишину. Если сейчас нет этого момента счастья, да, это сейчас все временно, потому что прям показывает, что уходит у вас почва из-под ног. А, возможно, еще предательство самых близких людей, да, но опять же, вот эти вот все вопросы с недвижкой, с наследством, они сейчас для вас вот почему-то очень активны. Вот такие были интересные у нас советы от хранителей рода по первому варианту. Буду уже к двоечкам переходить непосредственно. Двоечки, я вас приветствую, мы сейчас выложим ситуацию, которая про вас на данный момент. Знаете, в этот раз у нас с вами конкретика, да, дай бог, чтобы она была по второму и третьему варианту, потому что по первому там все вот абсолютно конкретно.
Вы знаете, у вас какой-то новый опыт. Моя любимая точка сборки, скорее всего, потому что пупажу монет, но это вот как паж пентаклей. Призывает вас быть благоразумными. Вот я почему-то хочу здесь взять безумную луну. Маленькие шажочки, да, быть благоразумными, просчитывать свой путь. Не спешить, возможно, да? Карта дурака. Ну, это дурака, либо про детей, да, еще, может быть, сейчас посмотрю. Почему это про вас? Знаете, вы хотите каких-то, знаете, вот прям скоропалительных действий. Возможно, освободиться от бремени тяжкого достаточно с работой, может быть, связано, потому что император, карта перевернута, это и начальник, может быть, да. Может быть, вы уволиться хотите, да. А, опять же, момент денежного вопроса, да, финансового благополучия, а на развод похоже, потому что это все-таки момент обнуления, но вам говорят, вы пока, пожалуйста, не спешите. Потому что не прошло достаточно времени, чтобы лед под вашими ногами стал вот крепким, да, вот карта все-таки тонкого льда, вот когда он на ходулях, да, по тонкому льду к вам там что-то спешит или так далее. Ну, просто вот сам формат, потому что я сейчас не рассматриваю на людей, я рассматриваю вот просто вот происходящее. Поэтому, пожалуйста, не спешите, потому что можете, конечно, грохнуться лицом об асфальт. Сейчас посмотрю, чего это касается. Не спешите принимать решение, да, вот если вам кажется, что оно созрело, назрело. Это, возможно, связано с беременностью, с новыми проектами, с обновлением. Сейчас посмотрю еще, о чем здесь дельфин. Ну, это, кстати, очень похоже на новые проекты. Смотрите, новая работа, возможно, да, что-то новое. А если вам сейчас дают высшие силы, вроде как, понимание, что нужно что-то заканчивать, возможно, у вас еще остается пока не закрытый гештальт. Пока там, видимо, нужно разобраться. Не спешить. Потому что здесь, смотрите, вот какой-то такой формат, все-таки, возможно, это обман на деньги, да, это когда у нас реальность, ну, получается, желаемое не соответствует действительному. Отсутствие ресурса. Это когда вы что-то ждете, понимаете, какое-то событие, оно не разворачивается никак. Оно не разворачивается. Потому что изначально, да, чтобы вся эта история стала разворачиваться так, как вам нужно, да, что-то вот необходимо это все-таки убрать, почистить, завершить. Что именно, о чем это? Да вам хочется смотреть уже, вырваться из ограничений. Может быть, это ограничения в голове, понимаете? Может быть, эти ограничения поставили там другие люди. Но вот у меня четкая какая-то ассоциация, что, может, вы намылились из семьи, понимаете? Там, к мужчине, например, или просто на свободу. Или, соответственно, как-то намылились что-то высказать лицу, которое вот принимает решение, там, начальник, возможно, я не знаю, мама, мужа, да всякое. То есть человек, который вот авторитетный, к сожалению, для вас, да, от которого вы как-то зависите. Но сейчас вам советуют этого пока не делать. Еще посмотрю, чего касаться может. Не вступать в конфликты, не рвать, не как-то, знаете, не махать там сабли наголо, не выяснять ничего там, да, не ссориться.
Я понимаю, что у вас накипело. Смотрите, перевернутая получается у нас дама, да, чаш, женщина-истеричка, но все-таки пока на данный момент ничего не высказывайте. Может, у вас токсичное окружение, никто же тут не сомневается. Это все, ну, то есть среди банок плавает, да, что-то вот вас действительно сильно не устраивает. Может быть, не устраивает отношения на расстоянии, или вот как-то, знаете, ну вы прям кипите, может быть, от собственного эгоизма, еще могу сказать. Перевернутая звезда, как еще, знаете, внутренний эгоизм. Вот это абсолютно тупиковая ситуация, потому что карта кризиса, десятка мечей, знаете, вот накипела, но нельзя пока высказать. Вот пока не нужно это делать. Знаете почему? Потому что вы до конца не знаете картину произошедшего. То есть то, что вам кажется обманом, то, что вам кажется, знаете, вот каким-то наветом, наговором, еще что-то, может, оно не совсем же так может разворачиваться, как вам кажется. Что касается этого. Здесь, понимаете, опять какой-то урок на доверие к миру, потому что король кубков перевернутый, да, и, соответственно, тройка чаш перевернутая. То есть, когда вы не принимаете картину мира другого человека 100%, может, любимый мужчина, который как-то не действует, сильно не проявляется. Смотрите, как если вы намылились разводиться с условием, что тот мужчина возьмет вот за вас, другой мужчина, да, возьмет за вас ответственность, вот, потому что есть кому уходить, на самом деле вам нет, ну, как бы не к кому уходить, серьезно. Вот. А здесь вот, знаете, это же, наверное, не момент иллюзий-то все-таки, а внутреннее предостережение, что человек несерьезен. Тут человек несерьезен, понимаете, и вы прям можете упасть в ловушку собственного разума по восьмерке мечей. Вы сами понимаете себе вот эту, роете яму. Вот у вас, знаете, разум затуманен здесь, просто, знаете, луна на женщину влияет, да, и, может быть, это такие, знаете, перепады настроения, потому что у меня прям, знаете, ощущение, что как бы вам даже не какие-то эти антидепрессанты вместе с транквилизаторами попить, потому что большое количество задавленных, спрятанных эмоций, и это, безусловно, влияет как-то на вашу жизнь. Знаете, как руки опускаются, что-то ждете, это же что-то не происходит, соответственно. Как еще может проигрываться, девочки? Ну вот это точечно, да, поскольку я все-таки хочу раскрыть карту дельфина как ребенка, плюс у меня еще на дне колоды туз жезлов, да, благо он что-то перевернутый, но здесь женщина с ребенком. Тут еще же такая ситуация может быть, что вас могли обмануть, да, вот когда человек, например, уходит, именно по той причине, что он кто-то беременный. Или вот кто-то может резко забеременеть, и за счет этого будут закрыты дороги, да, по отношению к вам. Ладно, сейчас я еще тут добавлю нюансы. Это так, знаете, я в потоке почитала, но для кого-то, конечно, раскроется. С чем связано-то вот это предательство, которого не было? Тут не было предательства, по сути. Так, а что здесь в доме-то? Угу, ссоры какие-то, да? За счет, что тут у нас? Из-за дома или в доме? Смотрите, если встреча какая-то не состоялась или не может состояться, оно все во благо, понимаете? Вот ощущение, что это прям высшие силы разводит. Видите, карта маяка, карта перекрестка. Ну, за счет того, что вы на расстоянии, возможно, да? Ну, просто как бы нас здесь показывают и карту эгоизма, и расстояние, тут всякое может быть. Когда у нас нет четкого понимания, да, происходящего, когда мы вот вынуждены додумывать. Вот вы, безусловно, к ситуации этой относитесь серьезнее, чем вторая сторона. Не всегда про любовь, это может про переезд быть, да, а про изменение деятельности, например, про новые проекты. То есть, если вы в партнерстве, тут вот человек не так серьезно ко всему относится, нежели вы, поэтому тоже, знаете, вам тоже такое предупреждение. Вот прям, знаете, такой момент, что не ведитесь, потому что это вот, опять же, какие-то ощущения аферы вот со всех сторон. Афера, афера, как правильно.
чем связано, с перевернутой там? Вас защищает от человека. Вот вы возлагаете определенные надежды на него, да, может быть, какие-то усилия, еще что-то, а вас прям защищает от общения с этим человеком. Смотрите. Может быть, вы сейчас сожалеете, да, но чтобы вы тут, видимо, тут не напороли горячку, есть такой момент, что защищают. Не получается либо выстроить отношения, либо выстроить союз. 100%. Что там у нас перевернутая дама кубков, да, что вот эти вот внутренние истерики, что сейчас, это действительно как-то может связано, ну, не знаю, либо с беременностью, либо с какими-то женскими циклами, потому что, что там у нас получается, да, дама кубков, да, ну, вот здесь вот прям вообще беременный показ. Это, кстати, может быть как-то связано с воздействием. Либо с воздействием, либо с отсутствием денег, там, с завистью. Сейчас посмотрю, как крыски проигрываются. Смотрите, если сейчас ваши вопросы касались какой-то новой любви, движений, человека, у него к вам исключительно меркантильный интерес. Ну и также, что касается проектов, он прям показывает, что сильно ты не вовлекайтесь, потому что вы можете деньги потерять. Что ж, по первому варианту, что по второму прям потеря денег. Семья. Может быть, действительно кто-то может вмешиваться, да? Ну, вас тут от человека ограждают. Действительно ограждают от человека. Очень часто второй вариант вот в этом формате будет проигрываться как раз для замужних девочки, вот кто жены меня смотрят. И там на самом деле какая-то вот мутная ситуация в доме, да, и как бы, и что тут у нас-то с деньгами? Нечестные намерения, хочу сказать. То есть, смотрите, когда вам кажется, что это любовь, а на самом деле нет, здесь у человека свои определенные интересы, так что тоже будьте осторожны по этой ситуации. Карту императора показывают. Я не знаю, либо этот муж ваш какой-то аферист, либо, соответственно, мужчина, который чужой муж. Сейчас посмотрю еще, как император сделает. Смотрите, вот может быть вам кажется, что мужчина со всех сторон стабильный, благородный. Смотрите, вот карта императора, да, такой. Но здесь вот у нас момент предупреждения. Сейчас мы посмотрим, о чем для вас. Чтобы вы потом, знаете, не пожалели. Потому что ощущение, знаете, что вот как, ну, он в голову мог залезть. Или вот, знаете, какие-то мысли навязчивые. Но при этом вот есть свои интересы, и поэтому лучше, конечно, чтобы вы не велись на всю эту прекрасную историю, потому что здесь хочет либо легких денег, либо легких отношений, вообще тут не как это сказать, не это, не погружаясь в вас. А это, кстати, еще может быть начальник, да, начальник, который вот обманывает по поводу, там, допустим, условий проекта или условий работы. Ну, потому что просто говорят, что человек хороший, поэтому вам помогает. Вот, совет давайте возьмем от хранителей рода. Хотя, мне кажется, что они кричат уже с самого начала расклада, наши хранители. Да, тут вот видите, видим, пришли-то на контакт у нас карта рода, карта древа родового. Это ближние родственники, бабушки, дедушки, родители, ну, кровная какая-то история, дети.
Блин, девочки, как ни крути, это чья-то беременность. Но это карта измены, смотрите. Это карта измены, да, вот карта. С одной стороны, конечно, карта новостей, да, что тут человек как-то стремится и спешит. Но с другой стороны, вот эта вот вся история мне прям четко говорит про либо беременность, либо, понимаете, там измену и потом беременность. Ну, какие-то, знаете, страсти опять у вас кипят. Неизбежные процессы абсолютно. Ну, очень похоже на то, что мужчину могли, допустим, увести, да, если вы тут надеетесь, что он там как-то появится и так далее. Тут вряд ли, конечно. Ну и плюс еще, скорее всего, приложили усилия. Потому что он очень ресурсный сам по себе товарищ. И тут совет рода, смотрите, прям не в цвет, а в глаз, в бровь, куда хотите, да. Это карта наличия воздействия получается, а это говорит о том, что мужчину-то нужно спасать, помогать ему как-то. Иначе просто вот какие-то, знаете, потери неминуемы. Все, собственно, здесь больше ничего не могу сказать. Тут расклад, конечно, общий, но самое главное, не попадите, пожалуйста, в ловушку собственную, да, не попадите в собственную ловушку. Потому что вы можете это сделать, к сожалению. Это такое, знаете, внутреннее предупреждение, что такое может быть. Вас тут хотят просто уберечь от необдуманных шагов. Кстати, вот когда стала просматривать, да, вот, ну, изначально расклад, он говорит, не наделать вот каких-то резких движений, потому что, может быть, вы вот этого мужчину как-то пытались спасать уже, да? Ну, это не всегда может быть прям мужчина-мужчина, какой-то близкий человек вам. Что я прям не вижу конкретно, что нет. Мужчина ваш как партнер. Ну, может быть, здесь не надо как-то помогать. Мутная история, кстати, с этим дельфином. Поскольку я плохо читаю детские энергии, я их плохо читаю. Вот, мне не надо меня получать в комментариях, как это читается. Все трактовки абсолютно я увидела. Но я их читала, кстати, дельфина читала абсолютно логически. У меня потоковой истории не было. У меня там вообще закрытая информация. Да и на самом деле второй вариант, знаете, он получился несколько сумбурный. Но мне говорят о том, что те, для кого я читала, они, собственно, поймут информацию, которая им предназначалась. Для меня, конечно, это вообще прям что-то такое перепутанное. А ощущение, знаете, что когда несколько человек переплетается в одну историю, да, и как бы у каждого получается своя линия, да, там своя правда. Но а самое обидное, что вы в этой ситуации можете остаться в дураках. Что не до конца-то вы понимаете вот все происходящее. Знаете, что-то от вас все-таки скрывает. Ну, как бы тайна это станет явным, безусловно. Но это что-то, как сказать, не все вводные, да, уравнения вам сейчас видны, поэтому вы можете просто наделать ошибок. Вот, знаете, так, когда мы обвиняем несправедливо людей, которые там абсолютно чистые, ну и, соответственно, наоборот, да, когда мы считаем, что люди лучше, чем они есть на самом деле. Такой вот второй вариант. Троечки, я вас приветствую. Напоминаю, что тема сегодняшнего просмотра – совет хранителей рода. Вообще неоднозначные расклады получаются. Вот кто-то точно приходит считать. Крайне сложно, кто. Но при этом вот ощущается присутствие. По крайней мере, по первому, второму варианту я это чувствовала. Сейчас буду смотреть, что там по третьему варианту. Давайте мы изначально выкладываем текущую ситуацию с вами. И потом уже на других колодах, да, начинаем ее более подробно рассматривать, что у нас тут падает. Ай, вы ж мои трудяшки, это
Восьмерка. Пентакли, карта результата. Ну, если это уж хранители рода пришли, то они вами, безусловно, довольны. Говорят, что они на правильном пути, судя по всему. Еще будем смотреть. Когда человек достигает, да, определенного уровня мастерства. Так, хочу вообще в прямых позициях работать. Где тут у меня? Ну, тут, ладно, прямые перевернутые. Тут, знаете, такая рубашка неоднозначная. Кто как ее читает? Кто-то, знаете, мне сказал, что вот сверху, да, вы же, получается, ну, сверху кадры выстраиваете. Что, говорит, похоже на Н, говорит, как нейроведьма. Говорю, ну, почему нет? Мне нравится. На самом деле такая, знаете, родственная мне колода. Очень даже. Ой, повешенный, слушайте, перевернулся. Что я тут могу вам сказать? Душевный урок не проходите? Или просто время, видимо, пришло его как-то пройти? Или что? Или завершение этапа вашего профессионализма, мастерства, как получение награды? Сейчас будем смотреть. Дорогая передача, знаете, взяла слушать колоду воронов, да, там, кров Таро, и что-то вообще ни разу не воспользовалась. Вот сейчас вот только глаз свой, взор, да, кинула. Вот, вероятно, надо будет мне сейчас с ней поработать. Сейчас посмотрим, что тут у вас происходящее-то с вами, о чем для вас. Да, карта страшного суда, прям самой первой картой. Ну, достаточно, слушайте, с одной стороны неплохо, а с другой стороны, вот у меня ощущение, что вы прям получаете заслуженную награду. Угу, с чем это связано? Вот как будто, знаете, на своем месте находитесь. Что за шпион-то мне затесался? Что-то с деньгами связано, кстати. Что у вас тут? Прорыв денежный. Исполнение каких-то материальных желаний. Смотрите, девчоночки мои хорошие. Ну вот почему-то мне кажется, что по третьему варианту больше девочек будет смотреть. Ну, я знаю, что некоторые мальчики смотрят, да, отдельно тебе привет, вот, но читаю так, здесь есть сейчас шанс поменять отношение к мужчинам, да, выйти на другой уровень развития, вот видите, этот ваш император на самом деле как бы переворачивается, потому что вы сейчас в этой ситуации сильнее, еще достаточно сильной энергии. Можете ли вы быть сильнее, чем мужчина, как гнуть пространство? Да, можете, конечно, но, понимаете, все-таки внутренний момент соревнования, борьбы. Сейчас давайте я уж тогда прочитаю для мужчин, кто будет смотреть третий вариант. Вот, привет вам. Так удивительно, конечно, потому что для мужчин немножко другая ситуация. Ситуация, опять же, когда уходит почва из-под ног, да, когда абсолютно обезоружена именно из-за женщины. Вот 100% здесь могу, потому что вот она получается лунная энергия, да, там как-то лунное влияние. Вот, и вот такой вот момент, что... Ну, вам нужно, мальчики, вам нужно это прожить, понимаете, потому что это страшный суд, это очень такая, знаете, мощная карта, когда, ну, смотрите, мы либо получаем по заслугам, либо, соответственно, нас, собственно, за что-то награждают. Потому что вот надо было мне все-таки обозначить эту линию, сейчас посмотрю, с чем связано. Так, давайте я посмотрю на ночном солнце. Она у нас такая говорящая достаточно колода. Тоже мне бы развернуть. Знаете, такое прям время платить по счетам. Тут на самом деле кто-то платит, кто-то прям, знаете, расслабленно пользуется благами жизни.
Девочки мои хорошие, это время на самом деле, что-то вот достаточно часто ко мне сейчас приходят люди и на личные консультации, да и знаки я вижу. Либо действительно очень сильно меняется энергия, но я начинаю замечать беременных, да, беременности. Я начинаю как бы видеть в тех людях, которые приходят на личные консультации, что вот скорое рождение, да. И вот смотрите, если ранее вам казалось, да, что деторождение вам недоступно, или вот, допустим, там двое детей есть, третьего не-не-не, здесь ситуация будет разворачиваться, смотрите, таким способом, таким образом, да, что вас чему-то серьезно достаточно готовит. Либо это деторождение, да, либо это смена деятельности кардинальная абсолютно. Но вы туда не хотите идти, вы боитесь. Эти карты смерти перевернутые, нужны необходимые трансформации. И опять же, у нас тут беременная эта женщина изображена. Угу. Может быть, кстати, у кого-то нет детей, потому что вы живете не с тем мужчиной, да, не сделали там неправильный выбор, к примеру, да. Или вы знаете, есть ощущение, что вы там должны родить ребенка от любимого мужчины. Ну, слушайте, у всех по-разному. Мальчики вряд ли, конечно, в такой ситуации, да, тут. Хотя, почему нет? Отцовство это же тоже, знаете, такой процесс, к которому нужно готовиться. Ну, говорю, переходный период. Что вы здесь должны понять? Что вы к нему не готовы. К этому переходному периоду, к новому периоду своей жизни вы не готовы абсолютно. Почему? Потому что вы его, знаете, как оттягиваете, да, ой, это сейчас мне не надо, оно сейчас как бы не придет, и да, и как бы сейчас мне не до этого абсолютно. Что тут нагрянет достаточно резко? Давайте все-таки на кошках посмотрю. Что в вашу жизнь, да, собирается прийти по страшному суду? Карта правосудия. Но это, знаете, когда, допустим, в натальной карте заложено, например, вот, ну, к примеру, я говорю, да, там благотворительность, а мы этим не занимаемся, нас постоянно жизнь будет туда выталкивать. Или в натальной карте заложено, например, там, что вы рожаете ребенка там 25 лет. Ну, к примеру, девочки, я говорю, да, вот, а вам 24, вы еще там ни сном, ни духом. Ну, вот какой-то, знаете, такой момент, что необходимо выполнять свои вот эти кармические задачи. И вот тут вот родовые хранители тут действительно по правосудию. Вас сейчас, видимо, будут как-то выводить на правильный уровень, да. Правильное ощущение себя, да, и вот на, ту вот, на тот путь, да, которым должны идти, да. С чем это связано? Ну, это говорит о том, что вы действительно можете получить достойное денежное вознаграждение за свой труд, да, то есть, когда ценность, она не противоречит, ну, вот ваша личная ценность не противоречит той ценности, которую вы несете для мира и, соответственно, для людей. Но здесь будет проработка либо на деньги, либо, соответственно, на ресурсы. Кстати, смотрите, для кого-то еще очень важное предупреждение, например, про партнера и так далее, да, там, если есть какие-то зависимости, вот смотрите, здесь необходимо закодироваться. Потому что, что, возможно, что потеря, да, всего, потому что почва из-под ног будет выбита. Да, вот что-то такое, знаете, проработать вообще вот момент со своими зависимостями, потому что, не знаю, зависимости близких родственников, они, безусловно, здесь есть, и, скорее всего, требуют еще вмешательства, при этом вмешательство, но со стороны профессионалов. Сейчас еще как это пьянство-то может проигрываться у нас, если не пьянство? Ну, тут все-таки, знаете, трансформация неизбежна. Я не буду читать эту карту. Знаете, какой-то негативный аспект.
Ну вот смотрите, для кого-то это, безусловно, предупреждение понимать про вашего мужчину. Вот меня прям это смущает. Это когда вот в расцвете сил, понимаете, что-то может произойти с человеком. Что может произойти здесь? Сердцем, кстати, что-то. Сердцем. И придется смотреть, как-то начинать что-то заново. Вот как завершение цикла, при этом начало следующего цикла. Девочки мои, кстати, дорогие, по третьему варианту я могу, кстати, читать для тех, кто, возможно, не так давно, да, допустим, он мог там, допустим, мужа похоронить или, допустим, папа, потому что здесь, опять же, я ничего не предсказываю. Я просто говорю о том, что, ну, вот с чем как-то связано вот происходящее, да, потому что здесь опять вот какой-то момент утраты достаточно важный. Благо, если это просто трансформация, но что-то мне сейчас вот как-то в это не верится, потому что это все-таки момент-то это. С сердцем тут какие-то проблемы у человека. Может, допился, да, потому что, смотрите, карта пьянства, кодирование, если не закодировать, показывает, что может допиться до ручки. Ну, это, наверное, кто-то в роду. Но, кстати, смотрите, вполне возможно, что сейчас просто вот с нами разговаривает, да, вот человек вот из вашего рода, да, кто действительно, кто-то, допустим, умер, мог умереть от сердечного приступа, опять же, да, или вот, ну, правда, допился, ну, кто знает, там, папа, дедушка, муж бывший. Потому что прям как-то, знаете, прям приходит на контакт. И здесь вот хочется сказать, что никто не виноват вообще, да, что это так и надо было. Если это не вот и ваш какой-то, знаете, умерший родственник, потому что я же все-таки прошу хранителя рода, да, советы. Ой, слушайте, здесь, конечно, очень много энергии вот по карте смерти. Что-то мне прямо вообще ощущение, что чей-то дед почему-то. Пожилой человек, дед. Что сказать вам хочет здесь еще? Ну, что-то, видимо, дома от сердечного приступа. Хорошо, что сказать хочет? Слушайте, говорю же, да, что вот эта карта... Ну, здесь вот мне показали, да, что это как-то с сердцем связано. И вот здесь вот показывают мне. Ну, я что, инфаркт или что? Я не знаю, мне здесь показывают чью-то смерть. И я даже не знаю, почему вы должны об этом знать. И почему так много и так часто вот прям мне сейчас хотят об этом говорить. Но это я понимаю, что это в роду. Зачем сейчас это человеку знать? Угу. Это, знаете, больше, конечно, про то, что вы можете не жить так, как в роду. Например, если мужчины достаточно сильные и могли действительно как-то, знаете, умирать от пьянства, там почему-то мне еще показывают, самоубийцы могли быть, да? Вот. А показывая, что вы можете не жить так, как в роду, вот ощущение, знаете, что вы вот искупили. Там какую-то вину, да, или вот какие-то кармические моменты, потому что вот он страшный суд, вот, и как бы показывает, что вроде как, знаете, что-то снято, да, не скажу, конечно, что проклятие, что за, я ж не мракобесие это, конечно, и вот показывает вообще, что вы можете идти спокойно дальше.
отпускает, понимаете, вас вот эта вся ситуация. Да, смотрите. Отпускает эта ситуация. Вот, вот если вы сейчас испытаете определенное облегчение, да, то это прям прекрасно, потому что вот прям ощущение, что должен камень уйти, да, с души. Что здесь в результате будет? Так, девочки мои хорошие, если здесь ситуация, которая связана с тем, что вы сейчас вот, ну, в одиночестве находитесь, ну, я прекрасно понимаю, что, может быть, вы уже прям прошли вот этот достаточно сложный путь, мне здесь его показывают активно очень, да, вот я не знаю, что делать, куда идти, а очки разбились там стеклами внутрь, может, вы финансовую какую-то, знаете, поддержку потеряли, потому что королева мечей здесь у нас переворачивается, мы вынуждены себя достаточно сильно контролировать, сами принимать решения. Да, чтобы вывести себя из кризиса. Вот, поэтому я не знаю, как, что делать, да, такой подвешенный. Ну, а дальше у нас начинается достаточно неплохая история, потому что вот она, десятка пентаклей, это либо собственное благополучие, то есть мы выходим, да, в это состояние, либо, соответственно, это новая семья. Вот, шестерка мечей тоже достаточно неплохая карта, когда вот все-таки дают, да, человека, с кем нужно идти дальше по жизни. И, соответственно, да, у вас вот бережет свет в конце тоннеля, потому что из ощущения вот этой депривации, одиночества, да, все-таки как бы тройка жезлов, но начинается какая-то деятельность. Поэтому я могу сказать, что по третьему варианту вы выходите, да, в это состояние какое-то, знаете, потери. Из состояния потери выходите. Вот, читаю для тех, кто в состоянии потери. Ладно, вытащу вам еще восьмерку жезлов. То есть здесь уже радостные события, это не за горами, поэтому... Ну вот, но ощущение потерянности, да, потому что вот у нас страшный суд, да, шестерка жезлов перевернутая. Но при этом говорят, вот выходите уже из этого состояния, слушайте, время-то выходить. Может, вы действительно вот достаточно долгое время вот в каком-то, знаете, такая траурная позиция, вот тоски какой-то внутренней. И вот нужно выходить, нужно уходить оттуда, да, и во что-то новое идти. Сейчас посмотрю, во что новое. Кто, интересно, ко мне пришел, прям в красках ситуацию показывают. Я могу сказать, что прям внезапно упал, дома был, конечно. Я-то это, медиумизмом сильно не страдаю, но что-то вижу периодически. Хороше, говорит, быть в аскезе, да, хорош себя ограничивать. Пятерка кубков, вот еще у нас, да, там карта потери, что там, что здесь показывают. Хорош, говорит. Свою жизнь оплакиваешь, это вот, знаете, как это, как смерть при жизни. Выходим мы из состояния кризиса, судя по всему. Тяжелые ситуации. Но мы не хотим. Вот здесь, вот, знаете, здесь такой, знаете, кризис как зона комфорта все-таки. Кризис как зона комфорта.
И мы уходим, смотрите, в измененное состояние сознания, прям, да, нас вот как-то вытаскивает, там и нет. Вот, кстати, вот это измененное состояние сознания, нам же не зря вот эту карту пьянства-то показывали. Может быть, это действительно какое-то ваше злоупотребление чем-то. Ну, понятно, что я никоим образом не грешу на все там 150 тысяч человек, которые будут это все смотреть. Но вполне возможно, да, что ваша история, что вы, вот, понимаете, ушли в состояние иллюзий, потому что если вы, соответственно, возвращаетесь в реальный мир, вам достаточно больно сейчас. Потому что вы не чувствуете опоры, вот вы лишены чего-то, знаете, вот важного в своей жизни. Да, вы это, семьи лишены. Ну вот время жить там все-таки, говорят, выходите. Выходите в свои вот эти состояния. Здесь, если вам надо, потому что я как бы не выстраивала, да, расклад таким образом, чтобы говорить про ваши отношения, но здесь готовы дать человека, соответственно, по судьбе, потому что шестерка мечей – это формат, знаете, путеводной звезды, понимаете, человека, который приходит в вашу жизнь, опять же, не просто так. Ну, а есть шанс его не рассмотреть, потому что, видимо, придет-то кубковым, плюс еще и перевернутым, да, а будет ощущение, что это слабый мужчина, хотя на самом деле вот он, а для чего вообще-то придет? Ну, чтобы дать вообще вот вам новую жизнь, чтобы дать новую жизнь, может быть, это правда мы будем рассматривать уже. У всех, конечно, по-разному, но у кого-то это и дети, у кого-то внуки, кстати, могут быть. Ну вот смотрите, как получается, вот что-то старое уходит, и новое приходит. Такое, знаете, обнуление. Интересно, слушайте, вот здесь вот карта силы, дьявол, паж мечей. Ну, я не знаю, то ли вам как-то, говорю, опять же, пора рожать, опять же, потому что это дурак, да, это еще ребенок, детская карта, но это очень мягкие новые энергии идут, да. Либо, соответственно, это у нас появление человека, который вот как-то, знаете, сейчас подслеживает, но не может проявиться никак, да. Но его к вам тянет, а он все никак что-то доехать не может, еще что-то, да, потому что что-то он ждет, а оно все не случается, не происходит. Ладно, а что тут кошки-то скажут? Да что ж такое-то, а? О чем дельфин-то здесь? Не понимаю. Вообще не понимаю. Сейчас, просто я сейчас объясню. Мне вот так вот прям отрывисто говорят. У меня аж голова прям болит, я не могу в это в связанную речь вообще вот
уложить. Вот ощущение, знаете, что со мной сейчас вот говорит человек, у которого, ну, затруднена речь, знаете, вот так вот отрывками. Сейчас. Или заикается, или вот знаете, когда этот, как вот. Блин, да что такое? Я прям вот не могу связанную речь уловить. Говорит, карты не бери, я тебе и так скажу. Он говорит, разберется, придет. Говорит, разберется, придет. Кто разберется? Предупредить хочет вас, да? Хорошо. О чем хочешь предупредить? Так, вот о чем хочешь? Господи, колода рассыпается. Знаете, когда человек прям вот мысль не может донести, нервничает. Меня когда-нибудь с вами вообще в дурку заберут, прям сразу с третьего варианта. Так, хорошо, помогают, следят за вами. Ладно, я вижу, да, карта маяка. Тут это, помощь вам оказывают эти высшие силы. Что вы должны ждать? Что вы должны ждать и что, может, что у нас мы можем выпустить из этого ящика Пандоры? Что может вернуться такое? Что может освободиться? Чего мы ждем-то вообще? Чьего освобождения-то мы ждем? Мы буквально в смысле кто-то что-то в местах не столь отдален. Что случилось? Чего освобождения мы ждем? Что мы должны ждать? Говорит, жди. Да, жди, говорит, разберется и вернется. Вот прям показывает, что мужчина вот освобождается. Он, не знаю, женщина. А чего освобождается? Что, ушел из-за ребенка или что, не могу понять. И должен прийти этот ребенок. Встреча ребенка. Беременный, что ли? Беременный, что ли? Да, говорит. Чья беременная? Ну ладно, отвели беду, да, отвели беду, отошло все, да. Не проглядь, что ли? Тут знаете о чем? Тут именно про то, что хотите нормальных каких-то серьезных отношений, да, нужно лезть в родовую историю, потому что там прям перекрытые дороги достаточно сильно. Еще карта силы. Так, почему они перекрытые? Туда чего касаются?
какая-то, знаете, поездка, встреча состояться не может. Почему? Тоже вас как-то от кого-то закрыли, я не знаю, то ли обман, то ли вот какие-то несерьезные намерения. Смотрите, карта смерти перевернутая, девятка кубков, да, ну такой вот момент. Не получилось, да, не получилось как-то обмануть, не получилось, вот какой-то, знаете, приблизиться, что хотелось помочь для того, чтобы обмануть вас. Зачем, с какой целью? Говорю, что отвели прям, да, говорит, беду, говорит, отвели от нее. Да, беду отвели. А с какой целью-то приблизиться хотела? Что хотел-то? Так. Тут именно про то, что, скорее всего, у вас вот положение лучше, чем у этого человека. Ему бы тоже так хотелось. Информацию собирает. Но тут прям на хранители хотят предупредить, что нечестный человек, дьявол, говорит, внутри сидит. Дьявол внутри. Что за любовь за деньги-то? Ну тут какие-то финансовые вопросы, видимо, нерешенные. Ну вот что за любовь-то? Это ему нужны от вас, получается, да, что вы выгодная партия? Вот она, карта обмана. Как хотел вас обмануть человек-то этот? Как хотел? Угу. Ну, рыцарь жезлов, понятно. И что вообще от вас хотел? Ну, без продолжения. Хорошо, почему для вас это опасно? Чего хотят предупредить? Опасно достаточно, да? Предательство. А он же предавал, да, судя по всему. Ну, просто если это легкие отношения, что он тут что-то обещал, ну, как-то не так-то страшно. Ну, тут, может быть, просто очень строгое воспитание. Так, смотрите, вот дальше, когда смотрим, в чем потенциал вас, ваш видят сейчас? Вот хотя здесь хранители рода, да, или вот, вот кто-то пришел, да, что про ваш потенциал-то вообще, да? Открой глаза, проснись, или о чем здесь потенциал-то ваш? Ну, это магический, слушайте, магический. При этом это как раз общение с тонким планом, это вот как бы даже, да, не энергии смерти, но это не про кладбище больше. Это, возможно, да, там рунические энергии, кстати, могут быть. Какие здесь у вас связи-то, да, с вот этой энергией? Это вот какая-то, знаете, темная ипостась все-таки богиня. Есть у вас здесь прям связь, какой-то контакт достаточно явный. Не говорят пока. Вот какие-то прям интересные соприкосновения. Что тут про друзей нам хотят сказать? Что хотят сказать про окружение?
Тут во френд-зоне, вероятно, кто-то томится, да, активно очень. Смотрите, карта друзей, ревность, любовь. А кто во френд-зоне-то томится у нас? Какой-то вот ваш, судя по всему. Защита хорошая показывает. Помощь от человека. Смотрите, что касается взаимодействия с магическими эгрегорами, показывает очень сильную защиту, очень хорошую связь, качественную такую, как бы даже не родственную связь. Угу. Прям пробуждение, знаете, может, какой-то перевод на новый уровень. Разные эгрегоры, кстати, вмешиваются. Разные эгрегоры. Угу. Говорят, энергия чистая, у тебя хорошая энергия. Говорят, многие хотят ее, да? Ну, вы знаете, вот как это, как чистая душа. Многие хотят ее, но вот что вам здесь следует знать? Господи, сожгу эту карту когда-нибудь точно. Ощущение переезда. Переезд все-таки, да? Будет переезд. Сейчас я скажу вам. Так, смотрите, сейчас я читаю для тех, кто находится в семье. И у кого действительно у мужа возможно какая-то алкогольная зависимость, возможно там вот эти вот моменты, да, кодирование, не кодирование, еще что-то. Вот послушайте, сейчас для вас информация. Здесь кто-то активно вмешивается, чтобы он снова начал пить. Вот все, что могу сказать. Вот она, карта развала, при этом она идет через алкоголь. Смотри, здесь вот просто вот кто-то активно вмешивается, да, для того, чтобы все как-то на круги своя. Может быть, не пьет, понимаете, может, наркоманит, может, еще какие-то зависимости. Потому что я же говорю, что считают, что вам что-то несправедливо досталось вот через кого-то, понимаете. Вот этого кого-то хотят убрать с вашего пути. Да не получится это. Ну вот есть такой момент, знаете, что пытаются, видимо, как-то пробиться в ваше поле. Множественные ритуалы, сильные защиты стоят, да. Совет хранителей рода хочу взять. Ой, слушайте, девочки, по третьему варианту, вот у меня бы такое выпало, я бы пошла просто убивать, серьезно. Потому что, может быть, я, конечно... Неправильно считаю, да, но у меня ощущение, что вот, да не ощущение, хорошо зеркальная защита стоит у вас, показывает, смотрите, вот, пытается, да, зеркалом все отлетает людям. Я просто считаю, что за такое нужно бить сразу, при этом, чтобы мгновенно, понимаете, прилетало, я не знаю, чтобы это все раскручивалось и било ровно в то же место, откуда вообще от людей это исходит. Ну сколько можно вообще? Говорит, несправедливо досталось, я это заберу.
совет хранителей рода. Приехали. Все, что у тебя, если тебе кажется, что ты что-то с тобой вот не так, да, что у тебя что-то в отношениях не получается, нет, это именно потому, что есть, скорее всего, воздействие, смотрите. Я не знаю, тут либо мужчина практик, либо просто сейчас не дают именно того, кого надо, именно как бы по той причине, что тут закрыты дороги, понимаете, на развитие отношений. 100% закрыты дороги на развитие отношений. Третий вариант, запомните. Вот это вот самый вот основной момент, который вам хотят сообщить. Карта магии о чем здесь? Угу. И что здесь? Тут порча внешности, оморочки. Что, красивое, что ли, да, по тройкам? Девочки, красивые? Слушайте, отправьте уже этой дряни, да? Насколько ж можно-то вообще терпеть-то это все? Ну, зависть. Больная какая-то зависть, знаете? И при этом больная зависть к какому-то успеху. Прям внешность ваша покоя не дает. Статус. Так, все. Заканчиваю третий вариант. Уже, знаете, карты соберу без вас. А знаете, что хочу сказать по тройкам там? Идите к практикам, делайте диагностику, ставьте защиту. Все, с вами была я, ваша нейроведьма.